Всем привет! Ну что, сегодня у нас очередная порция донатных акций на Китае. Она будет заключаться в трате самоцвета. Вот такая акция. Я с нее начинал здесь играть. Дают нам какие-то пятые левела, не знаю, что именно. Сейчас проверим. Как видите, нам надо потратить 470... Точнее, потратить 1000 самоцветов, чтобы потом за донат купить вот эти плюшки. Посмотрим, что там у нас будет дальше. Ну, очень интересно. Так, мы будем сейчас качать нашего ворожая до 200 и делать ему эволюцию. Сейчас немножко я золото подфармлю. И начнем. Заодно мы соберем книги для прокачки дальнейшей других героев эволюции. Скоро у нас атака фортов. И надо к ним подкачаться. Так, есть. Ну, ману, как обычно, мы сливаем на прокачку просветов. На основных героях. Так, есть. А золото мы будем сливать на пропуск подземок. Я уже зафармил четвертые кошмарки. Скоро дойду до пятых. Ну, неплохо, неплохо уже, конечно, дают нам. Так, 4 карты еще есть. Все, кончилось золото. Прокачаем ворожая, а потом определимся, кого будем дальше качать на эволюцию. Ну, возможно, нам хватит сделать вторую аву сразу, чтобы не париться. Сейчас посмотрим по героям. Хотелось бы, конечно, Фрейю сделать. Она очень-очень хороша. Так, есть. Тесса 80. Заодно немножко подкачаем силу. Так, есть. Побежали дальше. Пропускать подземочки. Какого вам нужно? 195-го. Нужно будет кому-то уже докачать скилл на 11, либо Анубиса, либо, возможно, Хранителя. Качнем еще и Купидона. Но я хочу 11 сделать Афине, потестировать ее. У нее будет 6 целей. Она будет бафать сразу всю пачку. На подземках это тоже будет довольно-таки неплохо. Так, что у нас там по акции? 1000 есть уже. Хорошо. Делаем покупку. Так, есть. Ну, все, забираем награды. Смотрите, что дальше. По 20 осколков, 3К кулаков. Нам уже надо потратить 5000. Окей. Побежали дальше. Я думаю, мы, конечно, намного быстрее качнем. Ну, ворожай нам в любом случае нужен с эволюцией. Как для подземок, так и для PvP локаций.
Может и две эволюции сразу ему сделаем. Посмотрим, как нам хватит ресурсов. Книг мы сегодня должны немножко забрать. Так, есть. Там какие-то нам плюшки пришли. Это эти плюшки. Так, 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 так. Он уже 196. Ну, конечно, очень удобно, что есть просвет. Можно сразу угнать. Вторым талантиком ставить просвет. Основным ставить какой-то топовый талант и по чуть-чуть качать. Думаю, мы сейчас прокачаем ворожея. И также прокачаем потом книгами Фрейю. Очень хочется ее здесь иметь на максималке с ожогом, потестировать. Посмотреть, что она сможет вообще. Очень интересная, кстати, акция. На русском сервере пока такой акции нету, к сожалению. Так, ну у нас сегодня есть там другая топовая акция. Возможно, под нее сниму видосик. Так, раз, два, бигфута тоже мы закончили. Побежали дальше. Можно было бы, конечно, какие-то здания там покачать, но особо у меня потребности здания качать пока нету. Единственное, ратушу можно покачать на максимальный уровень сразу. Ну, это, в принципе, нам некуда спешить пока. Так, есть, есть. Побежали дальше качать. Так, подземочки. Так, сколько там у нас уже, это я так не смотрю. О, тут можно качать и качать. Еще дополнительно получим книги. Конечно, осколки нам особо не нужны, этих героев, у нас они и так есть, но ради книг даже качать. Интересно, что будет дальше, там показаны пятые левела. Интересно, что мы дальше откроем. Ну, почти 60 тысяч силы у нас уже. Уже 198. Так, что у нас по КГшкам? Почти 40 тысяч. Да, 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 да. Самое недостающее, это, конечно, КГшки у нас. Нужно будет пройти дальше четвертую. Точнее, четвертую я уже прошел. Пройти пятую. Чтобы больше фармить. Возможно, это и сделаем. Сейчас сделаем эволюцию.
докачаем его до 180 и потом вернемся обратно к акции. Так, что тут у нас? 1400 уже. Так, надо ману слить. Ну, опять пропускаем. В принципе, синих кристаллов на любом левеле у вас будет всегда хватать довести какого-то героя до 80-го. Дальше уже там по 100 тысяч уже более проблемно. А довести просвет до 80-го вполне реально. И в принципе это как раз оптимальный вариант. Если у вас цель прокачать быстренько силу. Так, 199 уже. Интересно, будет ли там пятый сет. Если там будет пятый сет, это реально будет очень круто. Но аккаунт надо пару сетов пятых утекания. Так. Есть. Тратим обратно ману. И докачиваем. Нашего ворожея. Мы сейчас немножко, конечно, на ворожея сольем на прокачку его. Созвездий будет побыстрее все, но сначала мы доведем его. Так, есть, покупаем. Так, что у нас получается? 2200 надо потратить. Окей. Заходим. Где там наш ворожей? Эволюционировать. У нас есть карты. У нас он есть и осколками. Руны эволюции у нас есть. Вот, ребята, второй герой с эволюцией на аккаунте. Так. Заходим сюда. Усовершенствовать. Так, эти книги пока оставим. Так, 4 миллиона есть. Делаем ему аугментацию. Качаем до 20 уровня. Есть. Вот у нас герой. Точнее, третий даже герой, я уже забыл. Третий герой у нас уже с аугментацией. Заходим в него. Так, есть. Тратим 10 камней. Камень аугментации у нас есть. Так. Вот у нас он уже аугментирован. Смотрим, что по чарам. Понятно все. Уставим пока такие чары на него. Давайте откроем коробочку. Бум. О, вот это тоже интересно. Это интересно будет для Минотавра, скорее всего. Что там у нас у Минотавра? 15. Хотя разница небольшая, можно пока оставить. Для Анубиса доспех получше будет. Для Воржея, ну, посмотрим. Возможно, поменяем. Так.
Давайте немножко ему паролим созвездие. Надо пятерочек наролить. Так, крит сопротивления нам не особо надо. Так, уклонение надо. Так, четвертое уклонение. Ну, четвертое нам не надо. Надо пока пятерки ловить. Сильно заморачиваться, как бы на китайке вливать в него, пока особо нету смысла, потому что нам его хватать будет даже в такой комплектации. Это уже когда мы в топ выйдем, тогда будем трешивать по полной. Так, ну у нас есть крит. Ну давайте оставим крит. Так, крит сопротивления не надо. Точность. Ну, точность тоже пока не надо. Так, что у нас? 4700. Давайте еще два раза. И будем дальше его качать. Так. Раз. Как-то не очень падают пятерки, да? Два. Забираем. В акцию идем. 20 книг, 3К кулаков. Неплохо, неплохо. Так, забрали. Какой у нас следующий приз? Получить. Хм. Два камня. Я так понял, осколками Бигфута можно будет собрать 10 тысяч, окей. Побежали дальше ролить. Потом дальше будем его качать. Так, 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 так. Созвездие. Неплохая, неплохая акция. Так, крит заберем. Урон. Ну, урон нам особо не нужен. Еще урон. Так, ладненько, крит заберем. Попробуем ловкости наловить. Если получится, конечно. Так, еще одна пятерочка. Ну, теперь можно так ролить даже. Так, точность. Точность. Ну, точность нам на нем не надо. Так. Еще крит. Ну, давайте оставим для подземок. Думаю, нам пусть пока будет. Сейчас тут что-то интересное на ролями. Так, урон. Желательно бы, конечно, две пятерочки. Ну, так у нас и случилось. И крит сопротивления. Ну, неплохо. Оптимальная сборочка, интересная. Потом будем что-то менять. Так, смотрим, что у нас по тратам. 3700. Поехали дальше. Так, забираем награды. Ну, неплохо, неплохо. 30 желе уже дали. 3К кулаков. Так, 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 так. Немножко его сейчас подкачаем. Так, надо нам значков почета. Но вот благодаря тому, что у него просвет стоит, вот так до 200-го надо героев качать и быстренько получать много книг. Так, продадим вот так где-то. Думаю, нам хватит. 194 у нас в запасе осталось. Так, идем дальше. Так, надо нам фармить золото и ману.
Думаю, будем гнать его на вторую эволюцию сразу. Камней у нас хватает. Карт тоже должно хватить. Потому что нам он нужен будет в топовой именно сборочке. Так, качаем просветы параллельно. Так, есть. А дальше нас не пускает, потому что нам надо его так подкачать. Так, что тут у нас по просветам? Купидончику будем поднимать. Потом дальше все прокачаем. Так, идем пропускать. Так, вот он у нас уже 140-й. Заходим сюда. Усовершенствовать, окей. Надо теперь нам 2 миллиона набить. Сейчас мы таким образом наберем книг. И у нас будет хватать значков почета, что надо и делать на начальных аккаунтах, потому что если вы впретесь и будете всех героев качать не до 200-го, делать им там эволюции и прочее, у вас просто не хватит значков почета на прокачку абсолютно всех героев. Поэтому надо качать кого-то одного, если у вас тем более выпал просвет, качаете его в первую очередь ради книг. Так, есть. Качаем его на 160. Тут, по-моему, на 10 тысяч и дальше 35 тысяч трата надо. Если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. Уже не помню предыдущую акцию. Так. Помимо этого, на бонусом идут еще другие акции на покупку и на трату. Их мы пойдем попозже. Так, 155-й. Купидон. Все уже максимально. Дальше качаем одержимого. Да, я думаю, ворожея качаем на вторую, потом будем гнать Фрейю для прокачки. Она нам будет помогать во всех локациях. Ну и самое основное на атаке фортов, где я хочу уже нормально трешевать. Так, есть. Качаем, дальше заходим. Одержимый наш. Вот уже 60 тысяч сил, ребята, у нас.
Силушка богатырская растет. Так, докачиваем до 160-го. Набиваем 2 миллиона. И апаем дальше. Сто пятьдесят восьмой уже, 159-й. Вот 160-й. Так, смотрим, что у нас по тратам. 5,5. Так, хорошо, побежали фармить ману и золото. И переводить его на следующую звезду. Так, есть. Усовершенствовать, окей. Чувствую, пока мы его сейчас докачаем, мы все основы и просветы перекачаем на 80-й. В принципе, это и хорошо, будут более выносливыми в боях. Так, есть. Надо будет также подкачать всех остальных. Так, малышник. А череп остался, черепа. Тут, конечно, Фрея просто унижать будет. Так, есть. Качаем дальше одержимого на 80-м, нам нужен будет для подземок. Так, есть одержимый, есть варлок. Что у нас у стрелка? 80-ка. Дерево. Так, 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 так. Поехали дальше качать. Однозначно будем гнать его до 200-го, чтобы получить опять максимум книг. И прокачать двоих героев. Без просвещений. Точнее, без таланта на опыт. Без просвета. Так, есть 163 уже. Ну, быстренько, быстренько. В два раза быстрее получается качается. Надо нам все-таки будет дофармить пятые кошмарочки. И переходить постепенно на шестые. Так, 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 капитан Дрейк, Некрос. Давайте Некроса начнем качать.
второго тоже качать будем. Так. Так, смотрим, что там у нас по самых, по затратах 7000, еще 3000. Так, второй накрас наш. Да, видите, половина уже, после 10, по-моему, будет 30 000. Посмотрим, что там за топовые призы. Ну да, нам бы такую акцию на нашем, хотя у нас сегодня на нашем сервере тоже топовая акция, 12к кулаков дают. Смены, слизни. Правда, куда их девать, я уже не знаю, но тоже неплохо. Так, есть. Так, пошли дальше качать. Рину однозначно тоже качаем. Так, Рино. Получается, нам где-то еще 3 заходика. 3 заходика, и у нас будет 10 000. Да, Фрейю, конечно, тоже придется гнать в потолок однозначно. Потому что она без второй эволюции немножко ватная. Так, со второй эволюции там будет очень-очень-очень достойный герой. На нее нам надо будет 80к кгшек собрать. Потому что я хочу еще вторую открыть, отдельно сделать. Так, есть.
Так, друид, гарпия, эти все нам пока не надо. Так, дерево. Возможно, прокачаем кому-то скилл. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. Можно прокачать Купидону, можно Анубису прокачать. До 11-го. Купидону, думаю, будет интересно. Он будет давать скорость бега еще дополнительно. Или же Салим Фрей. Качнем ей вторую эволюцию. Думаю, это будет более полезно. Вы пишите свое мнение, что делать дальше. В комментах. Так, есть. Так, повелитель бури. Надо будет тоже здесь усовершенствовать его. Так, дерево. Есть. Так, что я хотел посмотреть, что там у нас получилось. 8700, еще 1300. Так, делаем вот так вот. И мы сделали максималку. Так, смотрим. 10 тысяч. Покупаем. Забираем две руны на эволюцию. Коробочки. Так, окей. Супер просто. Просто супер, ребята. Пятый сет ремочки. То, чего нам очень не хватает. 18 тысяч. Ну, думаю, я его добью. Не буду удлинять видос. Уже заснимаю видос, когда мы докачаем. Отдельно добавлю уже, когда я его буду забирать, потому что видос очень так длинный получился. Немножко его укротим. Ну что, ребят, вот я прокачал. Немножко решил сократить прокачку, прокачивал магию. Вот, судя по всему, последний у нас приз за 18 тысяч забираем. Также мы сейчас получим призы. Так, есть. Забрать. А вот и не все, есть еще за 35. Вот так вот. Завтра, думаю, мы это уже будем качать на другом герое тратить. Опять же, ложный выпад. У нас их дохренище, еще один сет. Соберем Бигфута и Вольта второго рунами. Плюс дополнительный комплект рун на прокачку. Ну, я считаю, ребят, плюс ремку мы собрали. Вот мы еще получили дополнительные плюшки с этой акции. Завтра мы получим еще один сет корки, четвертый, плюс кулачки, плюс камешки. Ну, я считаю, это реально топчик. Давайте сейчас быстренько еще поиграем в акции. Так, что это у нас за акция? А, это на покупку. Вот акция есть какая-то новая. Сейчас посмотрим, что к чему. Вот какая-то новая акция. Судя по всему, она на трату, наверное, я не знаю. Яйцо. Так. А, где-то здесь даже должен быть еще пятый сет. Точнее, эти. Так, картику, а третью карту. Скорее всего, что потратить нам надо. Посмотрим, завтра доиграем в нее. Так,
типа бинго акция, судя по всему. Еще одна акция. Так, рулетка. Ну, у нас тут всего, как видите, три попыточки. Так, 200 кгшек. Так, и дальше. 15 осколков ведьмы. Так, что у нас почти уже 40. У нас еще есть 2 суток. Думаю, акции поменяются. Ну, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь на канал. Реально топовый аккаунт у нас качается. Всем пока.